В России планируют ввести новые справки о наличии или отсутствии судимости. Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Они будут изготавливаться в типографии и содержать элементы защиты от подделок. Двухсторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст МВД России. Отмечается, что в 2019 году более 6 миллионов человек обратились в органы для получения справок о наличии либо отсутствии судимости.